Всем доброго времени суток. Смотрим для клиента из другого региона автомобиль, проверяем его. Итак, у нас Volkswagen Touareg 2010 года выпуска, достаточно богатая комплектация, но без пневмы. Значит, 3 литра турбодизель, 245 лошадиных сил, автоматическая коробка передач, и вот такой вот прекрасный белый салон. Что касаемо осмотра данного автомобиля, значит, у нас боковины вот в таком вот состоянии треснули, боковины крашились, когда-то подкрашивались. Так, далее у нас, значит, кожа стальная на подлокотнике, все отделочные материалы салона, руль, все в хорошем состоянии. Руль имеет вот такую вот сейчас вытертость. Педали в нормальном состоянии, ручка КПП чуть-чуть подкрашивалась. Итак, стекла у нас, значит, заводские. Есть вот такой вот неприятный моментик на крыше над лобовым стеклом, жучки. Тормоза в среднем состоянии, резина 16 года, но еще поездит. Значит, крутился капот. Фара у нас оригинальная, левая. Правая также оригинальная, но другого года выпуска, видимо, была по каким-то причинам заменена. Топливная система у нас, значит, сухая. Есть небольшие запотевания в районе турбины. Вот. Капот у нас имеет следы шпаклевки, где находится правая фара. Видимо, был небольшой ДТП, поэтому фара менялась и капот чуть шпаклевался в одном месте. Также есть еще кое-какие элементы окрашенные. Итак, что касаемо пробега. Пробег бьется в блоках, значит, таким же, как, значит, заявлен на приборке, который... Но, значит, интересно выясняется, что хозяин данного автомобиля встречался непосредственно с предыдущими хозяевами и сказал, что пробег смотан. Вот такие вот честные бывают продавцы. На ходу машина себя ведет отлично, все. Рулится, переключается, тормозит, в принципе, все нормально. У кого-то будут вопросы, пишите. А так, в принципе, все. Всем пока.